Всем привет, друзья! И сегодня видео про игру «Земля туманов». И сегодня, ну не сегодня, может быть недавно, они добавили то, что там теперь появились кристаллы, и можно донатить из России и покупать себе наборы. То есть есть официальный сайт, вот он, вот так вот выглядит, мистический континент, Исландия, да. Мы скачиваем вот тут вот Android-версию, ну и с телефона намного все проще, вам просто нужно будет обновить до последней версии. Вот я скачал вот эту вот версию, сейчас я ее просто закину в эмулятор. Сейчас просто мы ее закинем в эмулятор. Вот она, вот сюда нажали. И вот она обновляется. То есть у меня уже тут стояла версия, но сейчас она обновляется. Обновимся до последней версии, и мы сможем, у нас появится функция, как, например, в игре Guns of Glory, донатите за кристаллы из России. То есть есть куча даже теперь продавцов, которые там за 5 делают кристаллы, там, ну, большие пакеты кристаллов, а по деньгам, то есть, будет выходить меньше, чем на официальном сайте. Ну, пользоваться этим или нет, это вам, это на ваше усмотрение. Все, игра у нас обновилась, нажимаем запустить. Ссылочка на официальный сайт будет в сообществе ВКонтакте. ВКонтакте уже у нас вот такое вот сообщество, сейчас я вам открою ее. Вот «Земля туманов». Давайте я обновлю сообщество. И смотрите, уже тут 150 человек. Вы тут можете задать вопросики по игре. Также там какие появляются бонус-коды, я их выкладываю. Также вы можете предложить новости, если какой-то бонус-код, ну, новый вышел. Я обязательно это опубликую. Обязательно переходите, подписывайтесь на сообщество. Ссылочка будет в описании под видео и на сайт, и на сообщество ВКонтакте по данной игре. Идет у нас загрузка. Немножко долго. Ссылочкой поделился подписчик. Сообщество как раз я сейчас ее, в принципе, и опубликую. Смотрите, вот она ссылочка есть. Я и опубликую, она появится в сообществе. Так, куда-то не сюда нажал я. Вот, предлагаемые новости. И опубликовать. Все, вот ссылочку вы можете найти тут. Подписчик, видите, поделился. Потому что теперь можно донатить из России. Эмулятор совсем не хочет работать. Сейчас мы перезагрузим. Вот так, еще раз нажмем. Я сейчас поставлю паузу, пока игра включится. Итак, игра запустилась. Все, вот смотрите, пиратский сундук, да, тут идет. Сейчас мы играем. Это вот официальная версия сайта. Теперь смотрите, переходим в центр наборов, и вот смотрите, видите, за алмазики, то есть цена пошла. Где брать алмазики? Возвращаемся назад на официальный сайт, авторизуемся тут в своем личном аккаунте, то есть вот мы включились, да, и нажимаем вот тут. Кстати, на первый набор идет скидочка и дополнительные плюшечки, то есть тут есть купоны, да, ну, если у вас есть купоны, короче, можно ввести. Смотрите, вот, комплект, это за авторизацию дали, должен быть в почте. Давайте перейдем, посмотрим почту. Нажимаем «Система». Вот, за события на официальном сайте, смотрите. Конечно, после обновления, то есть вот это вот такие вот плюшки нам дали. И смотрите, еще вот оно,
мирный договор, ускорение, то есть стяги наймы и продвинутый телепорт и ускорение строительства. То есть, ну, небольшие плюшки, но все равно это приятно, если вы авторизуетесь на официальном сайте через свой аккаунт. И дальше вот вы можете купить 500 алмазов. Смотрите, стоит это 405 рублей. Вы нажимаете, выбираете платежную систему, допустим, Kiwi, да, и покупаете. Я просто покупать не буду сейчас в видео. Нас перебрасывает, смотрите, мы просто указываем номер телефона, подтверждаем и оплачиваем. И у нас тут в игре появятся, ну, алмазы, и вы сможете приобрести себе набор. То есть вот за 500 рублей вот такой вот набор. Или такой. Это смотрите вам самим лично. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что видео по данной игре будут выходить намного чаще. Играть я в нее снова начал. Играю, развиваюсь. Он. Потихонечку 19-ю циту уже ставлю, хотя тут уже у людей 33-й, 34-й, но это все можно догнать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, видео будет много полезных и интересных.